Начнем с заявления Генштаба Вооруженных сил России. Украина применяла фосфорные бомбы при артобстрелах на юго-востоке страны. Доказательствами этого располагает наше Министерство обороны. Минобороны России детально изучила имеющие в его распоряжении данные о неоднократном использовании вооруженными силами Украины фосфорных и кассетных боеприпасов по гражданскому населению своей страны. Необходимо отметить, что фосфор, содержащий боеприпасы, применялись по жилым кварталам населенных пунктов, в которых находились исключительно мирное население. Данные факты подтверждаются показаниями очевидцев событий из числа беженцев данного региона. Характерными признаками поражения людей в городах юго-востока Украины, а также видео и фотоматериалами журналистов, работающих в Луганской и Донецкой областях.